а белый этого не видит. Теперь смотрим дальше. Конь f3. И вдруг черный ландык, гроссмейстер, который действительно гроссмейстер, это не фальшивый гроссмейстер, нормальный гроссмейстер, он начал играть так, как говорят правила. А правила говорят, если противник допустил несколько ошибок, теперь вступает в бой время. Надо быстро объяснить ему эту вещь. Быстро. И теперь ход, который здесь он сделал, заслужит восклицательного знака. Хотя, может быть, он вам сейчас в голову и не придет. b6. b6. Это быстро. Ну что делать? Ну b6. Ну как-то ну хочется ударить на b6, правда? cb. Ничего тут преступного-то нет. cb. аб. е3. И белый рассчитывает играть дальше, но теперь спешка лишняя. Зря они на это рассчитывают. Партия-то уже кончилась. Партия уже конец. Ладья А3. Партия кончилась. Они рассчитывают ее играть. Обидно за белых, да? Вот так можно проиграть партию, если вы сказали ребенку, дебют не важен. Вот сыграем сейчас закрытый дебют, нас сразу не накажут. Тут законы так не действуют и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример, который мне хотелось вам показать, что происходит, когда люди начинают в такой способ мыслить. Спасибо.